решила об этом поболтать. Только сидела на Твинс, посмотрела истории. Клёво, что мы думаем друг о друге. Я пошла в зал. Прогулялись с Настей, с подругой своей, по Арбату. Зашли в моде, накупили всяких штучек прикольных. Опять хочу с вами поделиться своими новинками. Например, это силиконовый гелевый какой-то спонж для лица, для того, чтобы наносить тон. Говорят, что с ним расход тонального становится еще меньше. Ой, что-то вас столько написали, я ничего не видела. Блин, зачем полезен омега-3? Расскажи, пожалуйста. Это те жиры, которые мы недополучаем в пище. Потом их нужно дополнительно принимать. Они регулируют уровень холестерина в крови. Хорошего, плохого. Жиры нам необходимы. Особенно женщинам. Для репродуктивной системы, для волос, кожи, ногтей. И все такое. Вот почему вы такие ленивые? Берете, открывайте интернет, читайте информацию, там ее очень много. Книги читайте про гормоны, про все системы органов в организме. Надо про все знать. Даже наше тело, мы должны знать, как с ним общаться, как делать его здоровее. Оно же у нас одно, оно нам на всю жизнь. Потому что у нас пища в основном омега-6 и омега-9. Орехи. Потому что все остальные жиры, которые присутствуют в нашем рационе, у них мало омега-3. Какие упражнения делаешь на пресс? Я люблю подъем ног в весе и скручивание в тренажере, где цепляешься ногами, руками и с весом. Только нужно чувствовать именно пресс, а не ногами или руками тянуть. Снимать тренировки? Хорошо, постараюсь. Мне просто не очень удобно ставить телефон. Не всегда видно то, что я делаю. Девчонки, у меня и моей команды появилось новое направление, которое называется фейсбилдинг. Это упражнение для лица, которые помогут вам выглядеть моложе, здоровее, красивее. Поэтому присоединяйтесь. Очень классная тема. Только-только приходит в Россию, а мы уже знаем, как это и что с этим делать. Привет, привет всем. Я пока что забросила, но планирую на днях съездить в институт и решить, что с этим делать. Лиза, можешь рассказать про йогу? Нет, я никогда и не занималась, я только планирую пойти. Очень хочу. У нас рядом с домом есть какой-то центр йоги. Вот мы с Настей планируем туда пойти. Да, я такая плохая во время кардио. Веду прямой эфир, а еще и жену жевать. Ужасно, да? Да, любопытно, спасибо, что напомнили. У меня рост 170. Вес на данный момент 62. Да, я чуть-чуть залита. А по объемам сейчас не знаю. Но было где-то
95-63-96. Если вы хотите рассчитать свой рацион, то нужно указывать вес, который у вас на данный момент. Я тоже обожаю свою собачку. Он очень забавный. Такого больше нет. Что я сегодня тренирую? Сегодня у меня ноги вниз. Хорошо, я буду побольше выкладывать. Что вам еще рассказать? Ну, некоторым людям проще писать гадость. Потому что у них в жизни отстой полный. И им легче вылить то, что у них плохого накопилось в душе. На другого человека. Если им от этого легче становится, у них меняется жизнь в лучшую сторону, пишите, сколько хотите мне гадости. Мне вообще на это все равно. Скажи про питание на сушке. На сушке просто урезаете калорийность, а именно в пиковую неделю убираете те продукты, которые могут задерживать воду в организме. Все. У меня были отвратительные сушки, слишком ограниченные. Из-за этого было много проблем у меня потом. Лиза киборг. Я рада, что я киборг. Отлично. Шикарно. Еще бы сил у меня столько, сколько у киборга. Цитрулин. Я не знаю, что такое цитрулин. Я не помню. Знакомое слово, но если я не отвечаю на вопрос, наверное, значит, я не хочу на него отвечать, да? Сколько по времени кардио делаешь? Я делаю 30-20, иногда 40 минут. Вот, надо рассчитывать расход просто. Сколько расходуете? Хотите больше есть, больше расходуете. Если, допустим, будете в дефиците, но вы чувствуете, что вы голодные. Добавьте больше активности. Можете немного прибавить еды. Поговорим о женских болезнях, как с ними бороться. Все женские болезни у вас, во-первых, это психосоматика. Множество женских болезней появляются от вашего душевного состояния, нехорошего, от нервов. Поэтому старайтесь вообще в этой жизни никогда не нервничать. Старайтесь в любой ситуации сохранить спокойствие, хорошее настроение. Опыта силиконовая. Ну, конечно, Елисова, 96, один силикон, нафиг качать. Я тут прихожу в зал так, только эфиры провести для вас, да, уделаться. Нафиг качать-то, я силикон вставила, да и все, не заморачиваюсь. Нельзя все тело делать ежедневно. Лучше разделяйте вверх-вниз хотя бы. Это классно, спасибо. Тренировка силовая у меня где-то 1,5 часа. Да, вот так. Я делаю один подход, у меня где-то 30 секунд. И отдых между подходами 1,5 минуты. Красиво, спасибо. Да, мне неудобно кидать кого-то в черный список. Одной рукой неудобно. Сейчас пролистаю ваши комментарии. Ты мне что-то только написали, а я не успеваю читать. Можешь дать мне совет? Давай. Что тебе сказать? Больно ли было делать пирсинг?
Терпимо. 2 секунды больно, потом нет. Как большой комарик укусил. Какие книги посоветуешь прочесть? «Вальс гормонов», например, я сейчас читаю. Очень полезная книга. Много нового для себя узнала. Потом Михаил Лобковский «Хочу и буду». Тоже хорошая книга. На самом деле, очень много прочитала их, но название я, к сожалению, не запоминаю. Как-то так. Спасибо большое всем за комплименты, ребята, вы такие добрые. Как я рада, что у меня много адекватных, позитивных подписчиков. Вы делаете мою жизнь лучше. Лиза, снимаю побольше упражнений для дома. Для дома у меня очень много упражнений в моем марафоне. Поэтому начните с него. Моя вторая страница «Элизабет Марафон». Там ежедневно... ежедневный комплекс тренировочный и питание. Стоимость очень маленькая для такого объема информации, который мы вам даем. Как сдерживать себя, когда хочется есть запретное? Заполните желудок менее калорийными продуктами. И вам потом уже не так захочется что-то запихнуть в себя. Почему, когда мой сестер бросает, ты начинаешь заниматься спортом? Ребята, я всегда занимаюсь спортом. О чем вы? О чем вы? Не в меняшке. «Хочу и буду», да, классная книга. Много на массе калорий потребляешь? Я еще не на массе. Вот сегодня буду созваниваться с доктором. Будем мне рассчитывать рацион на месяц. Доктор Ушаков у меня. Мой тренер, мой доктор у меня ведет. Контролирует весь процесс. Буду, скорее всего, набирать массу. Хочу отрастить себе сочный, мощный орех. Набрать в спине, в плечах, сделать пропорции к сумам. Короче, совершенствуемся. В общем, спасибо всем за хорошие слова. Всем пока. Я пошла читать книгу. Куда попадешь, не будет.